Данное мероприятие было организовано экологической инспекцией совместно с примарем города Басарабянска и председателем района совета. Оно проводится ежегодно, что мы стремились к более очищенному воздуху, более очищенному окружению. На сегодняшний день вижу, всем весело, интересно, люди радуются, классные призы, классные конкурсы и так далее. Hearts run free, encourage peace, follow me. В соревнования среди велосипедистов участвуют девочки и мальчики разных возрастных групп. Так, дальше у нас забег на роликах. Также у нас будет викторина «Самый грамотный пешеход», конкурс на самое выразительное стихотворение «Чистый воздух для всех» называется, и конкурс рисунков на асфальте. Ну что, мы начинаем? Как ты думаешь, какой вред экологии наносит транспорт? Я еще не знаю. Что выходит из труб? Дым. Дым, да. И он вреден для экологии. А велосипед полезно. Там надо просто крутить просто педали. Крутить педальки, да. В основном, то, конечно, машины большие, дизельные двигателя, то есть, которые работают на солярке, это самый большой вред, который на сегодняшний день. В принципе, в Европе уже планируется о том, что заезд на территории города на больших машинах категорически запрещено, и вообще хотят снимать с движения машины, которые на них установлены двигатели дизель, то есть на солярке. Развивает в человеке катание на скейтборде, велике, роликах. Они дают ему больше энергии потренироваться, чтобы накачать массу, типа как такого, ноги и тело, короче, как получать здоровый образ жизни. Можно?